опасаюсь спускаться просто. Помню этот баг, кстати, сразу сохранюсь. Что за фермы? Просто если ты падаешь, то падаешь в никуда и так все теряешь. От этого фона прям в глазах рябит. А вам как? М? И где-то надо уйти от этого острова, желательно от точки спауна, или хотя бы от края острова за 100 блоков. Ну, больше 100 блоков, я не знаю. Ну, блоков 120, 130. Полтора стака, там, два стака. Лучше использовать сразу два стака, и значит, ты уже ушел, и начать строить платформу. Вот я сейчас аккуратненько буду. Да, это все медленно. Нет, я не торможу, как иногда мне пишут на Ютубе, что строй быстрее. Иногда строить быстрее просто не получается. Если я буду упираться, я могу упасть. И проверять я как-то не хочу. Да, еще много. Так, а кто знает, с какой высоты, если падает Эндермен, у него остается пол сердца. 48 блоков или 43, что ты вот подзабыл? По-моему, 48 нужна высота, и на этой высоте мы строим такой, ну, не механизм, а даже не конструкции, ну, вешаем лиану и под ними кнопки. Это чтобы с механизмов летящие эндермены обнуляли свою высоту. То есть они начинают уже падать с лианы, с этой высоты. И все будет как надо. Так, вот прям я сыкую. Уже там где-то такой баг был чуть больше полстака, и все. Персонаж просто не держится вот так вот на краю. Когда упираешься, он тупо скотина падает вниз. Так. 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 Не, ну сейчас попрут я сейчас, а разгонюсь. Все стараюсь, конечно же, аккуратно это делать. Можно в этом месте еще сохраниться до кучи, чтобы, я не знаю, лишнюю дорогу не делать, если вдруг сорвусь вниз. Это какой, допустим, объем работ? Далеко. Точнее, не совсем далеко. Какой объем работ просто будет потрачен зазря? Вот куда он делся? Или это конец? Все? Странно. Все. Это, то бишь, я дальше не уйду. Это тогда ферма становится очень неэффективной. Вот эти вот то, что эндермены будут на краю спауниться, они будут, я не знаю, ломать ферму, что ли, как так вот как-нибудь скажу. Недалекий край. Плохо. Взял, сорвался, ё-моё. Тогда, может, проще, я не знаю, на самом острове построить. Ну, зачем я это сделал? Я воздерживаюсь, чтобы, я не знаю, не материться. Возродиться. Так, я перезагружу, я же сохранял. Может быть, это нечестно, но, блин, столько... Считай, все ресурсы нафиг полетели. Зато правильно будет, я считаю. Это же не читерство, это просто немного шаг во времени назад. Причем большой шаг. Что ж, ну тогда на том краю и будем строить на самом. И все заново. Надо было в том месте сохранить.
Считаю, вот. Короче, от того числа мы очень далеко не ушли. Можно, конечно, собрать игроков. В принципе. Собрать игроков и просто уничтожить этот остров к чертям собачьим. Вот такой вот у меня дичайший план появился. Как считаете? Дабы ферма производила нужное количество. Хочешь? Привет, Рус 1988, Коста. Костя, наверное, да, если я не ошибаюсь. Ну, наверное. Привет, привет. Ну, я вообще планирую сделать рубрику отдельную в гостях, так скажу. На канале на Ютубе ссылка должна быть где-то на Твиче. Так вот, фишка в том, что... Привет, Серега. Фишка в том, что рубрика в гостях. То есть любой подписчик мне пишет, главное, что адекватный человек, показывает свой мир, свои постройки, свои механизмы, все, что он построил в режиме выживания. И, собственно, мои комментарии ко всему этому. Как вам идея? Вот я еще, в принципе, полностью не изложил, я особо не доработал сам план этой рубрики, но я думаю, в принципе, довольно-таки интересно посмотреть на меры подписчиков и друзей, и кого угодно. Я думаю, это довольно-таки интересно. Все-таки у каждого человека, там, допустим, та же ферма опыта выходит по-своему. Он ее может как-то украсить. Не то, что я лентяй, просто там ступенек и то через полгода накидал. Только до этого сам прыгал. А если человек еще и какие-то, я не знаю, арты делает, то это очень интересно, по-моему, посмотреть. А некоторые делают целые, допустим, мельницы, замки. Я бывал в каком-то мире очень красивом. Человек живет не в России, он живет далеко. Очень. Он даже не в Европе живет. Вот. И у него действительно красивый мир. Он делал там мельницу, очень качественно проработанную, замок рядом стоящий, и под ним, у порога замка, так скажем, стоит деревня жителей, где она развилась. Ну, они с помощью игроков развили ее, размножили. Очень добротная работа, честно. Просто честная. Так что... Если наткнуться на человека, да показать, конечно же, считаю, очень будет хорошо. У некоторых людей очень красивые работы. Именно работы. У кого-то такое хобби, там, копировать какие-то замки в Майнкрафт. Реальные замки, там, университеты, ну, здания, проще говоря. И выходит очень красиво. Так. Да, вот, все. Вот тут он срывается, и с моей помощью, и без моей обязательно сохраню. Как ни крути. Я сохраню уже? Сохранить, говорю, перезапять? Да. Да что он пристает с этим автосохранением? Прям я не знаю. Прям бесит. Так. Ну, собственно, отсюда я начну сделать площадку. Край площадки. Блин, ну, конечно, расстояние очень маленькое. Надо дальше. А дальше уже некуда. Я думаю, надо нафармить динамиту и вот часть острова просто снести. Как считаете-то? Просто его снести, как для усиления работоспособности фермы. Так, ну, в принципе, может, из лунного камня камень края. Может, из него состряпать платформочку-то. Или стоп.
А, нет, все, делаем из булыжника платформу. Ух ты, ух ты. Я переключился не на то. Эй, все, пропаши. Немножко внимание потерялось у меня. Все-таки 12 часов на работе. Это не хухры-мухры. Так. Главное вниз не сорваться. Очередной раз. Не, а давайте поэкспериментируем. Ну. Что-то он не тормозит. Дальше я боюсь просто. Он не держится. Не, не буду. Эксперименты ставить. Очень далеко отходит. Как бы просто не шлепнуться. А кто пропустил начало, значит, мы строим ферму эндерменов. И надо сделать для начала площадку. Какую я еще площадку не хочу, хочу, я и не определился. Но мы сейчас все по пути померяем, измерим. Нам главное иметь в ширину два блока, чтобы эндермены падали и, собственно, цеплялись за лианы. Так, эта стенка будет, да? Ну или заборы тут что-то. Свободный один. Раз, два. Свободный один. Стенка. Ну, думаю, еще расширить можно. Так, сейчас главное вот. Вот тут уже не падает. Все, сейчас попрет. Да. Я не буду уже так медленно строить. Потому что там, у самого края мира, вот, почему-то глюк. Ну что ты делаешь? Что ты делаешь? Что-то у нас комментарии, прям тишина в комментариях. Так. Блин. Ладно. Вот так вот. Попробуем. Все, конечно, в присядку. Как же без нее? Или как на компьютере и на шифте. Да чтоб тебе, не можешь нормально поставить. Ну, в принципе, можно в ширину побольше сделать. Дабы лишний раз не ударили, они же у самого края. В принципе, на проход, именно там, где будем мы с вами передвигаться, можно сделать. Вот, кстати, да. Сейчас еще один положим. Два в ширину прохода эндерменов. Два в ширину, наверное, нам, да, надо. И по одному блоку чисто ограждение. Что, думаешь, спавниться будет? Освети. Они, по-моему, при свете дня, при факелах спавнится. Или не видно? Эй, мужчина. Я могу осветить без проблем. Так. Вот с длиной, конечно. Поршней нужно будет. Еще смотря сколько ярусов, механизмов использовать. Три мало, это точно. Я не думаю, что он этот мир здесь такой высокий, чтобы слишком можно было много механизмов напихать туда, нежели чем, допустим, на том же самом ПК. Ну, как я обещал, мы построим с вами хоть и малоэффективную, но посмотрим, как она будет работать на консоли. Ну, конечно, вот остров близко стоящий, он уже все портит. Все портит просто. Ох.
для механизма. Я буду строить высоту 48 блоков и через блок начну строить только механизм. Сейчас мы делаем основу. Ниже я уже, не знаю, от середины острова как-то лень переть. Ну, я думаю, штуки 2-3 механизма у нас поместится. Если что, есть такая идея. Улучшить производительность можно, удлинив просто систему, но это слишком много перестраивать придется. Поэтому я думаю сначала определиться. Итак, стенки. Разметка. Попозже я там поставлю. Хотя, что, булыжник? Не только же булыжник тратить, правильно же? Я потрачу камень края на это дело, которые у меня сейчас просто завались. Разметка все-таки. Так, значит, один блок. Раз, два для нас. Раз, два для эндерменов. Раз, два для нас. Отлично. Все как доктор прописал. Здорово, дядь. А, на PS Vita можно снимать. Но именно чисто вот, чтобы было все, не с камеры снимать непосредственно, а используя программу видео с захватой, нужно купить специальную платку, которую потом... Привет, Димас, Димас. Раз, привет. Так вот, нужно купить специальную платку, которая будет через свой USB-шник передавать изображение на компьютер. И только тогда можно снимать на Вите. Но что-то говорят, плата эта стоит недешево. Ну и если, в принципе, есть жгучее желание, то на Вите можно снимать. Там есть свои интересные эксклюзивы. Ну, конечно же, разрешение экрана будет соответствующее. Нет, с PlayStation 3 достаточно иметь карту видеозахвата. Спасибо, Серега. Я даже не знаю, прям могу сразу скинуть PayPal. Кстати, там надо будет разбирать Виту. Это те, кто заинтересован, что как сделать. Плату надо именно будет впаивать, по-моему, местами. Использовать паяльник. У меня, кстати, есть опыт. У меня еще одно есть хобби. Ну, я думаю, те, кто зарегистрирован на YouTube, ну и подписан на канал на YouTube, знают, что я начал рубрику Vlogcast, и там, собственно, я начал разговор о своих хобби. А непосредственно сейчас, кроме игр и Ютуба и прочего, даже Твича, дополнительное хобби у меня моделизм. Я собираю модели, автомодели там. Кстати, что-то я неправильно. Стоп. Стоп, 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 намудрил. Сейчас переделаю. Сейчас я скину ссылку в чат. Я на Ютубе Валек Дарк Спенс, по-моему, так же, как тут. А, не, здесь просто Дарк Спенс. На Ютубе я Валек Дарк Спенс. С PS3 так же, как и ты снимаешь. Я не использую карту видеозахвата. Я пользуюсь возможностями, которые дала Sony. Я использую кнопочку Share, и с помощью нее можно снимать видосы хоть и по 15 минут, но как-никак. Так, сейчас сделаю правильно. На компе играл во что? Встречный вопрос. Смотря во что.
Нет, здесь полублоки должны быть. В принципе, можно потолок сделать из блоков обычных. В Майнкрафт нет, вот я как наиграл на консоли, так и играю на консоли. Так, сделаем из обычных блоков и просто тупо зальем водой сверху, чтобы эндермены там не спавнились. Так, вроде шлепнуться я не должен. Как ни крути. Потом рядышком просто делается. Тебе сколько лет? Мне 26. Не похоже по голосу. Кстати, насчет ссылки на канал. Ну, конечно, в принципе, удобнее снимать на карте видеозахвата. Но, есть одно но. Да, будет качество лучше. Допустим, идет 1080p. Да, ссылки, кстати. Сейчас скину. Мне 21. Хорошо. Не все, так сказать. Блин, как бы сказать? Короче, категории разных возрастов, разных категорий людей у меня теперь на канале. Это я точно знаю. Вот у одного человека вижу 21. Так, сейчас ссылку скину в комментарии на канал. Вообще в описании к видео, я не знаю, почему нету. В панелях я оставлял ссылку, а он, блин, Twitch не слушается вообще никак. Вот лично для меня, мне не важно, сколько человеку лет, главное, чтобы он был адекватный и общался. Так, ссылку пропустит, не пропустит? Да, ссылку пропустил. Здесь обычная ссылка, если кто будет искать по поиску, канал Валек Дарк Спенс. Все латиница пишется. Так. Желтый ресурс кончился. Я думаю, ничего страшного, если она будет из такого разного материала. Ну что есть, все. Спасибо, Серега. Так вот, используем все, что есть под рукой. Лишь бы работало. Я думаю, ничего страшного из этого не выйдет. Так, значит, вот это место падения. Вот это вот окошечко. Два блока нам на проход. С этой стороны. В принципе, два блока есть. Так. Главное не шлепнуться. Главное не шлепнуться. Та-та-та-та. Кстати, надо было какой-нибудь, я не знаю. Кто знает, при показе. Ну, блин, с ником, конечно, тяжеловато. Ну, если б, по моему мнению, ты был неадекват, ты бы уже давно бы всех послал на три буквы в чате или что-нибудь подобное. Вот таких людей я считаю неадекватными. Либо с ни того ни сего начинают, допустим, в игре ломать. Ну, как-то так, вот я думаю, понятно. Так, теперь самый гемор — это лазить на верхотуру, блин. Да. Так, что у нас здесь? Слаш Орел, да. Что здесь? Мы отсюда начинаем растить колонну, я думаю. Такая будет что-то вроде компактника. Здесь мы делаем такой а-ля туннельчик. Вверх.
только вверх. Колодец, туннельчик. И, собственно, ограждаем его полублоками. Я думаю, через блок, через два. Наверное, через два пойдет. Через каждые два блока высоту мы просто уставим, ограждаем, делаем кольцо из полублоков. У меня нет CSGO, но у меня есть много других и интересных игр, в которые я играю. Вот и я, допустим, иногда люблю поиграть в симуляторы. Или, допустим, в тот же самый Rust. Это, конечно, не с ними симуляторы. Привет еще раз. Какие ники тяжелые, я не выговорю точно. Допустим, у меня есть железнодорожный симулятор. Train симулятор, Trains. Там метро и все прочие вкусности к нему прилагаются. Как управлять, я долго разбирался. Как даже завести состав. Не то, что завести, тронуться с места. Это очень тяжело и интересно. В одно и то же время. Ну, в принципе, с детства мне нравятся поезда. Ну, как-то не сошлось. Но симуляторы, да. Есть у меня еще и симулятор дальнобойщика. Это раньше, я думаю, кто-то играл из вас в «Дальнобойщики 2». Самая-самая своевременно шумевшая игра российского производства. Так вот, конечно, третья часть все испортила. Это безусловно. Третья часть дальнобойщиков сделала все. Привет, Леон. Леонид Зудов. Леонид, привет. Так, я думаю, два блока хватит. Вот так вот. Высоту пропускать два блока или обязательно каждый? Ничто не мешает просто скачать симулятор. Даже в лицензионной версии есть мультиплеер и очень приближенная к реальности. Там есть диспетчер, обычно это девушка, как и в принципе в настоящем мире. Девушка настоящая, конечно же. Как жить по-другому? Вот. И она сообщает путь, там маршруты, ну что обычно делает диспетчер, следит за движением поездов и так далее. Так вот, футбол, ну и скажу, что я не фанат футбола, но, конечно же, гоняли когда-то футбол. Все, по-моему, гоняли футбол на улице, и знаменитая игра «Квадрат». Это чеканка, там только по квадрату идешь. Или об стенку. Да и так в ворота погонять. Так, а тут я уже не помещусь, да? Верстак, ты где? Но как бы я на консолях играть не играю и болеть не болею. Вот. Да и так, в принципе, и спорт вообще не смотрю особо. Нужно два блока полных и только на третье, на третьем полублока. А! Ну я же так и сказал, ну, сделал по-другому, да, по-своему. Ну понятно, эндермены три блока высотой. Это я знаю, мне главное, чтобы они падали. А, ну да. Я же сам сказал, два блока и... Да. Заговорился. Эх. Надо было сделать сетевую игру. Все-таки вдвоем побыстрее бы мы сделали. Так. Кстати... Я в одном из видео говорю, что интересно сделать в аду гринделку такую, чтобы этих, за этими скелетами драными не ходить и с сушителями, а просто из гринделки их убивать. Ну, что-то вроде и фермы опыта, и гринделка.
Больше всех я ожидаю Fallout 4. Мне очень сильно понравился третий Fallout, но New Vegas, следующая часть, уже как-то не так понравилась. Конечно, там ну, больше разновидностей, что можно сделать, там скрафтить что-то можно, да? А вот чисто по стилизации, какой-то вот тот ковбойский стиль, как-то вот нет. Вот третья часть, она такая смурненькая, как, в принципе, должно быть. Хоть по показам четвертого Fallout, он такой красочный, но обещают быть похожим на третий. Так что ждем с нетерпением. Я вот, правда, еще не определился, брать ли на консоль или на компьютер. Я, наверное, в группе ВКонтакте сделаю опрос. На компьютер уже висит предзаказ. Но как оно будет работать на компьютере в первое время без патчей, это неизвестно. Сами понимаете, как бывает, то, что запускаешь игру, а у тебя там полэкрана дрыгается. Либо на консоли. Чего подобных вещей мало, вероятно, но они тоже могут быть. Как думаете, на что лучше брать, да, на комп или на консоль? Естественно, на консоли оно, да, Fallout 4 можно строить, и это, в принципе, я считаю плюсом довольно-таки очередным. Но если чисто играть и выживать, я не знаю, как-то, то оно, наверное, в принципе, и не надо. Но так интересно, конечно, что там можно сделать. Там какие-то оборонительные точки обещали. Значит, нас будут атаковать противники. Так, у лесенки, у лесенки, у лесенки оставить. И без подвоха. Без подвоха в плане чего? Удобнее это еще можно, в принципе, я не знаю. Не то что поспорить, а вот кому как удобнее. Мне, допустим, более привычно играть на геймпаде. Это дело привычки. Ну, конечно же, и на клаве с мышкой понятное дело, что ты раз и прицелился. А вот некоторые тонкие вещи, такие как передвижение, допустим. Как говорится, на вкус и цвет. В принципе, еще есть один факт. Ценник. Это какой ценник будет на консоли? Сейчас игры идут. Да, Серега прав, бери на том, что тебе больше нравится играть. Либо не заморачиваться с настройками, вообще взять на консоль. Либо заморочиться с настройками и взять на комп. Да. Так что дилемма. Так, как мне тут получше поступить-то? Не люблю по верхам лазить, и без земли. Обычно я беру землю и строю леса. И рядышком бегаю, все обстраиваюсь и спокойненько. В принципе, у меня есть нужное количество земли, но как-то... Но все равно получается. Ну, я думаю, как бы не дороже 4000 было. Сейчас игры идут и по 4600. Конечно, не забыл, что они должны с высоты развиваться. Трейлер, знаете, ну, напоминает карбон про Need for Speed. Это я. Напоминает карбон. Воспоминания от карбона, собственно, хорошие.
Особенно больше всего я задрачивал Need for Speed Carbon на PSP. PSP. Там, в принципе, первая гонка была, у которой свободный открытый мир был. И вот ее там, я не знаю, вдоль и поперек изъездил. И вот, и в принципе, он мне напомнил о том самом карбоне. Не то, что на компьютере. В принципе, на компьютере довольно-таки неплохой был. Ну, тоже поглядеть интересно. А с PSP Vita в Minecraft по сети на PlayStation 4 можно играть. Ну, не PSP Vita, а PS Vita. Я поправлю тебя немножечко. PSP это отдельная консоль, предыдущая, в отличие от Vita. А вместе с PlayStation 4 нельзя играть. Как-то была речь, что можно играть с PlayStation 3, потому что у них миры одинаковые, буквально. По размеру одинаковые миры с PlayStation 3. А у четвертой PlayStation и игроков больше в мире могут участвовать, и, собственно, сам мир больше. Поэтому нельзя. Если речь шла, то, допустим, на Вите можно через, как она называется, SharePlay, транслировать игру с консоли на Виту и лежа на подушке уже. Я обычно так ресурсы копаю, беру Виту, ложусь и копаю ресурсы себе на, допустим, на следующую серию. Все. Это удобно, это очень удобно, и управление там такое же, как на версии для PlayStation Vita. Так, блин, это так очень медленно будем. Ну, мы с вами пообщаемся, хотя очень интересные вопросы задаете. С радостью отвечу на все. Постараюсь. На все, которые знаю. Кстати, еще насчет новинок. В принципе, я не особо понимаю Doom новый. Не знаю, почему так по нему все взорвалось, но по мне лучше, допустим, тот же самый Fallout 4, чем новый Doom. Еще, кстати, слушок прошел, что Глуховский собирается сделать, так сказать, руку свою применить к созданию нового метро. Но это только слух. И, кстати, я был бы рад пройти новую часть метро. Снимать в этом мире или вообще? По Майнкрафту у меня планов много на оставшийся сезон, и как бы успеть бы их все сделать. Так что, конечно же, я буду снимать. Так что все будет на канале на Ютубе. Твич у меня для стрима с консоли, а на Ютубе я стримлю с ПК. Бывают интересные игрушки. Вот сейчас думаю, подумываю одну игру запустить на YouTube, ну, в плане стрима. Другие игры, конечно. Конечно, я их снимаю. Сейчас снимается State of Decay. Новая часть уже готова, и, скорее всего, завтра она будет. Кто знает такую игру, как State of Decay? Последняя HD-шная версия. Обновленная. Так, прицелиться. Отлично. Ну и, конечно же, я начал вот недавно делать обзорчик, мини-обзорчики такие вот, простяцкий обзор. Это на кораблик, сейчас первый корабли вышел. Ролик
про корабль Сент-Луис. Я думаю, я там разжевал, простенько все рассказал. Собираюсь сделать нечто похожее на танки или на World of Tanks и на War Thunder. И, кстати, пока меня не приняли в закрытый бета-тест Armored Warfare, это очень интересная игра. Ну уж, танки только современные. Тоже продумаю, но, там одно но. Какие бы настройки ни выкручивал, то там 30 FPS. От 28 до 32. Конечно, буду. Серега, о чем речь? Вот в Майнкрафт давай сделаем экшон. Соберемся толпой. На... А! Ёпа! О! Я не шифтил, да? Вот честно. Ха-ха, главное не сдох. И все нормально. Так вот, в тот же самый Майнкрафт собрались, пошли, раскрутили ад, расшатали его просто. Ну просто, я вот как с людьми собираюсь снимать, сразу нету никого. Один-два человека. Просто. Я все пытаюсь собрать, допустим, все возможные 8 человек. Никак не получается, и, допустим, тот же самый ад мочить восьмером, я думаю, весело будет. Как это? Фраза-то. Бешеные пули и взрывом, да, все так именно будет. У меня World of Tanks есть и лицензионный Minecraft, ну и много других игр. Ну это ж хорошо. Ты ВКонтакте там добавляйся ко мне. Ой, микрофончик стукнул. Так вот, так и ВКонтакте, в Стиме я тоже Dark Spence. Добавляйтесь. Мы обязательно во что-нибудь срубанем и запишем, если там, я не знаю, дикие планы. У меня есть GTA Online, ну, GTA 5, но он на ПК. Я играю в него на компьютере. Есть у меня еще он, конечно, на третьей PlayStation, но третья PlayStation, она далеко сейчас. Ну, я думаю, нельзя в Террарию на Вите и с PlayStation 4. Есть мультиплатформенные игры, но если там написано, что кросс-платформа или как-то... А у тебя взломали Steam с GTA 5, ну и соболезнования мои. У меня тоже как-то взломали АК. У меня взломали аккаунт на World of Tanks. Если кто у меня там добавит друзья, точно такой же ник. Можете увидеть дату регистрации. Аккаунт очень старый. Конечно, я и года два не играл. Там были свои веские причины. Да и так, в принципе, надоедает. Я в свое время просто днями и ночами. Майнкрафт? Ну как давно? Не знаю, как давно. Я начал еще играть, точно скажу. У меня раньше был Xbox 360. Я у себя тогда приобрел Майнкрафт, но это сколько там? Я не так давно играю. Ну и, блин, как бы сказать проще. Года три, наверное. А как интересно ли кому, как я вообще познакомился с Майнкрафтом? Небольшую такую историю расскажу. Кому интересно? Это такая обыкновенная история, как я думаю, многие из нас. Ну или, допустим, люди моего возраста или приблизительно познакомились также, я думаю, с игрой Майнкрафт. Было такое, у меня младшая сестра есть, она играла на компьютере. С PlayStation Vita на ней можно играть и стримить, да. Так вот, она сидела, играла там, ну я так понял, в голодные игры какие-то, или либо карту проходила, и, ну я тогда к мамке пришел домой. Вот. И она сидела, в нее играла. Я думаю, что они там делают? Смотрю, смотрю. Ну, кубическая, ладно, я на графику редко обращаю внимание.
Но они там чисто страдали хренью. Ну, понимаете, когда люди в Майнкрафте страдают хренью, это бесцельное, и никакого выживания, ничего, ни это, ни того. Но, что-то там стало интересно, что за игра такая. Но я считал это говном. Свиты нельзя стримить, можно стримить PlayStation 4 на Vita изображение. И, собственно, сама PlayStation 4 стримит, допустим, на тот же самый Twitch. Так вот, продолжаем разговор. Так вот, ну интересно стало, потому что как бы я видел какую-то полоску там еды, там еще что-то они там пытались крафтить. Стало интересно, что же за игра такая, почему вот, ну, как бы она так резко затянула даже там человека в нее. Но там они играли чисто на серваках и ничего такого интересного не сотворяли. Ну, я решил посмотреть обзор. С PlayStation 3 можно стримить через карту видеозахвата. Просто так с PlayStation 3 нельзя стримить. Так вот, посмотрел обзор. Первый обзор я посмотрел со стоп-гейма. В нее, по-моему, играл Иван Лоев. Он обычно любит инди-игры и прочие такие. Или я не помню, кто из них. Но обычно Иван играет. Так вот. И тут он начал выживать. Первый день он умер. Мне стало очень интересно, как же так сложно может быть, что можно в первый день умереть. В первую ночь не пережить просто. Ладно, смотрим дальше. Он начал добывать ресурсы. Это мне еще интереснее стало, потому что все-таки добыча ресурсов, да еще что-то делать можно. Карту видеозахвата за сколько купить? Та, с которой можно стримить, стоит от 7000 рублей. Так вот. Ну и, короче, более такой резкий крафт. Я посмотрел потом другие обзоры, там уже какие-то фермы, механизмы. А я в детстве очень любил конструктора. Это такое решение домашнее, как отличие ребенка, там, если творческая мысль у ребенка работает. Очень нравился конструктор, и был еще металлический такой конструктор, может, кто знает. До сих пор он, по-моему, продается. Еще есть, ну, Лего-техника. Тогда он, конечно, бешеных бабок стоил. Это было очень интересно. Там именно механизмы, вся фигня, гидравлика и все прочее. Даже по нынешнее время можно роботов сделать, которых можно программировать на ту или иную задачу. Кстати, кто считает, насколько я поднялся? Может, хватит уже? Надо посчитать. Надо было по лестнице считать. А я что-то... Так вот, увидев какую-то ферму, одну из ферм, мне очень прям, я не знаю, стало интересно сделать такую же. Я захотел сделать такую же, как там какую-то ферму была. На то время я первый адекватный летсплейщик, ну, точнее стример, на которого я нарвался, это Дионикс. Я думаю, кто-то знает его. Он играет на компьютере. И там какие-то туториалы у него были на канале, там и стримит он, и механизмы. Вот, хотел я вот так же. Интересно было попробовать. Включил я, значит, скачал пиратскую версию, конечно же, на комп. Комп ей, так, не обрадовался ей, потому что начал лагать. Ну, на тот момент компьютер у меня не шибко был. Даже, по-моему... А, да, на домашнем компьютере, на том... Там компик слабенький, потом на ноутбуке она все равно лагает. На новом ноутбуке не лагает, конечно же. То, что Lenovo у меня. Но факт остается фактом. Мне это надоедало.
То, что она лагает. Ну, конечно же, я попробовал выжить первую ночь. Я первые 3 ночи просто тупо умирал. Пытался разобраться, чё да как. Потом начал искать крафты. Чисто крафты. Как чё крафтить тут? С PS Vita и PlayStation 4. Я сейчас скажу, какие игры. Кросс-платформы есть у нас... Блин, вспомнить бы. Блин, игра есть гонки. А, или это с третьей можно играть. Гонки на этих болидах в будущем, которые летающий болид, как она называется, игра, кто помнит? Блин, то вылетело. А по-моему, больше с PlayStation 3 поддержанных игр есть. Ну так прям, ну я сразу не вспомню. Какие-то можно, и какие-то, ну и это там буквально единицы игр. У тебя есть PlayStation Vita? Или игра это, блин, ну, ты, наверное, понял, какая это игра-то. Я забыл название. И она раздавалась в плюсе как раз, в PlayStation Plus. В один из месяцев она у меня до сих пор хранится, потому что там экшоновые гонки, и можно стрелять. Гонять, стрелять, и либо обычные, либо там что-то вроде выживания, я не знаю. Либо проверки на прочность. Блин, высоко. Лестницы не поставил. Так. Сейчас я вот эту вот дострою. Вот видите, процесс он сам по себе идет. Мы с вами общаемся, и это очень хорошо. Просто друг друга, так сказать, узнаем. Ну, во всяком случае, вы меня больше узнаете. Вот, а процесс идет, как бы мой неторопливый, я поскольку не быстро строю, особенно когда болтаю или общаюсь, выдумываю, высказываю свою мысль. Я стараюсь все делать аккуратно, особенно на такой высоте. Спасибо. Еще бы знать, какая высота. Игре Warface. Если нет, то советую поиграть. Интересный шутер онлайн. Слышал про Warface. Ну, знаете, по мне лучше... Я люблю... Точнее, знаете, больше отпечаток остался от Battlefield 42-го года. 1942, да? Battlefield. Мы с друзьями... О, здорово, мужик. Мы с друзьями зависали сутками в компьютерном клубе. Тогда у народа мало было интернету. Давай, падай вниз. Падай. Он загрался, что ли, на меня? За что? За что? Я думаю, не будет. Так вот, зависали в компьютерном клубе и играли в Counter-Strike 1.6. Но когда это все дело надоедало, мне больше нравился Battlefield 42. Вот там можно было чудить. И сейчас есть и на PlayStation 3, и на Xbox. Только, по-моему, на консолях нового поколения нету. А Battlefield 1943. Вот прям ностальгия. Просто ностальгия. Так. Как мне высоту оттуда, да, считать? От пола. Раз, два, три, да? Раз, два, три. Четыре. Да? И потом каждый третий. Четыре. Поскольку я не великий математик-счетовод, я воспользуюсь своим сверхмощным калькулятором. Нано-калькулятором. Телефоне. У меня тоже есть Battlefield 3 на Origin.
И не помню свой пароль. Пытался сменить пароль, но требует ник. У меня есть Battlefield 4. Ну, как бы не так. Ну, не то, понимаете? Мне больше там, вот как вот в те времена, там, Вторая мировая, вот, шла, да, вот в том Battlefield старом. Как-то интереснее, что ли, было. Ну, кому как. В принципе, и этот иногда гоняю. Я его, в принципе, даже не прошел до конца. Так. Значит, там 4. Ладно. Раз. Ой, отсюда не увижу. Можно отойти, конечно же. И просто тупо по верхушкам посчитать сверху. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 24 плюс 4 плюс 3 плюс 2. Это только 30. Еще как. Конечно же, играл в The Last of Us. У меня есть она и на третьей, и на четвертой PlayStation. Я начал проходить на канале ее. Та, что обновленная версия. И что-то оно как-то вот не поперло пока по просмотрам. Конечно, можно сделать опрос, не опрос. Я могу ее просто продолжить играть. На канале есть начало прохождения. Ну вот бывает, когда вот не идет. Вот всем уже надоело это смотреть, допустим. Понимаете, да? И, собственно, она пока заморожена. Сохранение все есть, игра на жестком диске есть, но заморожен пока на прохождение ее. Интересно, я в ней ни разу не играл, кстати, в мультиплеер The Last of Us, и я смотрел пару видео. Очень-очень интересно. Поиграть, повеселиться, так сказать. Так, это у нас 30. Сразу троечку добавляем, да? Так, главное присесть. А то здесь я уж точно убьюсь. Кстати, кольцо сейчас сделаю, и лучше, я думаю, сохраниться. Эх. Еще чуть-чуть до механизмов. Именно какасик. Так снимать или стримить? Наверное, следующей серии я буду снимать, потому что все-таки процесс не быстрый. Я обычно делаю все на ускоренном видео. И там все понятно, все видно. И только быстро, нежели чем на стриме. Вот. Стрим можно по какой-нибудь другой игре или даже, ну, допустим, на том же самом Ютубе. Оп, чуть не упал. Очень, конечно, все-таки я пытаюсь добиться собрать народ. Да что ж ты так поставился-то, а? Не можешь нормально поставиться. Вот, собрать народ, да и побуянить. Где-нибудь. Может, в этом же крае приключения на жопу. Вон сколько ходит черных-то. Не-не-не-не-не-не-не. Не агриться. Я не смотрел. В наушниках этот шум просто великолепно звучит. Не знаю, как вам слышно. Не сагрился, просто сработал скрипт. Если бы сагрился, уже давно подбежал и пендаля дал бы. А, Until Dawn. Да, игра интересная. Дожить до рассвета. В принципе, ну, пока финансы поют романсы, а она, допустим, стоит, я говорю, недешево. Согласен, что просмотры наберутся. Ну, их сейчас эти игры стримят и проходят. Летсплей снимают.
много популярных каналов, на которые практически, я думаю, все подписаны. О. Ну, конечно, допустим, интересно, как я сусь там кипятком и кричу, визжу. Игра, в принципе, заинтересовала. Интересно. Но вот когда я до нее доберусь, вот в чем вопрос. Наверное, уже к этому времени уже никому интересно не будет. Про бандиту. Бандита. Бандита. Это что? Бандита. Так, кстати, еще 36 сейчас вроде, да? Надо будет пересчитать все это дело, потому что высота очень важна. Буду ли я их долбить с руки, либо сами умирать. Это все важно. Главное не перестроить. Это ник мой, недогадливый ты человек. Я бандита, теперь я понял, что написано. Да? Это я, скорее всего, просто невнимательный после работы. В принципе, да, до водорослей. До механизма, я думаю, мы почти добрались. Сейчас, по-моему, высота вот этой вот верхотуры 36 блоков. А нам нужно 48. По-моему, если мне память не изменяет, кто точно помнит, знает, можете подсказать. По-моему, 48 блоков нужна высота, чтобы пол сердца оставалось. Фух. В том-то и дело, вот ферма эндерменов, она очень такая громоздкая конструкция из-за того, что эти гады. Я уже думал, все, вся жизнь перед глазами пронеслась. И не сохранился, я же хотел сохраниться. Да, в самом начале я говорил в 48. Я, блин, точно не помню. По-моему, 48, чтобы пол сердца осталось, чтобы с одного удара, с кулачка им навешивать плюшек. Так. Что еще? Что еще? Это у нас 36. Сейчас будет первого а-ля механизма. Ну и в принципе продолжение будет во второй части, либо на канале YouTube. О, интересный совет. Спасибо, бандита. Чтобы стоять на месте, находясь на лестнице, нажимай присядку. Честно не знал. Спасибо за совет. Так. Вот я уже до него. Надо полуострова снести. Вот для чего надо собрать толпу. Короче, дело такое. Берем кучу динамита. Его, конечно, надо еще раздобыть. А как проще его раздобыть, это проще сделать гринделку в обычном мире, чтобы у нас было тонны пороха. Блин, я же за этот. До конца сезона все не успею. Смысл прост, короче. Уничтожить полуострова, а желательно вон до тех башен. И тогда ферма, я думаю, более-менее нормально будет работать. Там уже по-любому свыше 100. Вот эти кольца нужны. Вот эти вот. Эти кольца нужны, чтобы Эндермен не отклонился в сторону и не заспавнился.
Мне кажется, не ты криперов, а криперы тебя. Нет, 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 нет. Я криперов. Я умею с ними разговаривать, общаться. Ну, конечно, иногда эти гады подбираются просто с задней части персонажа и делают свое шипящее дело. Ёвшкин, Вошкин. Нет, 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 я всегда нажимаю эту кнопку. Вот так вот. Так, вещи остались, и это хорошо. Блин, я ненавижу, надо отменить эту кнопку R. R-ку. Слошарил. Да, я, Серега, полностью согласен. Опасная верховая работа. И я, кстати, не сохранился на этот случай. Главное успеть ведро с водой. Надо бы ведро с водой взять. Еды пожрать, что-нибудь взять. Блин, это ж я попал. Главное успеть. Я думаю, вещи не сильно разлетелись. Но получилось весело, да. Опростоволосился. Монтажник, высотник. Не то слово. Зомби мясо может взять. У меня больше ничего нет. Все там. Ой-ой-ой. Ведро. Где ж тебя взять-то? Скрафтить из стока. Все ведра куда-то разбазарил. Просто. Во. Так, отлично. Жрем зомби мясо и добираемся. Ну, блин, зомби мясо, оно голы прибавляет. Кстати, на куриной ферме, может, что прибавилось? Надо глянуть. Ну, какое дерево выросло? Деревья на участке, это хорошо. Просто замечательно. Так. Ферма курицы долго работает. На канале есть, кстати, туториал. Это так, к слову. Так, обойдусь зомби мясом. Зомби мясом. Или гнилым мясом, как написано в игре. Ну, интереснее зомби мясо. Мясо зомби. Главное успеть. Как в том самом фильме «Беги, лес, беги», который Форест Гамп в переводе, в старом переводе, беспонтовом, который, я не знаю, хуже Гугла переводит, как его программа-то была раньше. «Беги, лес, беги». Не, в принципе, если переводить дословно, то так оно и выходит. Да, успей за 5 минут. Точно подметил. Еще при этом не умереть. Так что, если Twitch не засорет все это дело, всю запись, он вообще должен автоматически записывать, что галочка у меня стоит, но говорят, что какие-то проблемы с PlayStation или только чисто Until Dawn он не записывает. Но факт остается фактом. Я приуныл. Да я встал в 5:20 по Москве, собрался, поехал на работу. Все как обычно. Ну, наверное, приуныл от того, что грохнулся с высоты, с этой. Серега, что ты там пишешь, вообще не пойму. Да воду-то, вода же нужна для чего? Для спуска вниз. А воду я в море возьму. Он уже не бежит, гад. Ничего, сейчас гнилым мясом накормимся, да? Дальше пойдем. Осталось-то. Надо сюда проложить новую ветку железной дороги. Сразу.
до этого места, так будет проще. Это еще одна вещь, которая добав... все, у меня все постройки добавляется и добавляется, блин. А как бы новый сезон со старого мира неохота начинать. Да и вообще у меня на новый сезон другие планы. Новый сезон планирую начать с Нового года. Так что до Нового года у нас с вами делов выше крыши просто. Собственно, и поэтому на канале видео выходит каждую пятницу, потому что я больше играю онлайн, онлайн, тьфу, офлайн, офлайн и вне кадра. Чисто для того, чтобы добыча ресурсов и все вот такие вот прочие ежедневные дела в Майнкрафте. Их надо все больше и больше. Те же самые алмазы у меня было, считай, два стака, и все кончилось, считай. Особенно после одного похода в край моего, и кучу походов в ад. Вообще не удавшихся в плане добычи голов, скелетов. Ну, вообще, просто, я не знаю, это как... Я котов искал. Вот когда они нужны, хрен найдешь и хрен головы получишь просто. Сколько надо скелетов убить, чтобы хоть одну голову с него срубить? Наверное, штук 100. Мне человек писал, он где-то 8 штук замочил. Так, водичка. Главное успеть. Если не успею, это будет очень прискорбно. Нет, я не запущу сохранение, потому что там очень много работы произведено. И придется ресурсы за ресурсами. Интересно, а тут я убьюсь? О, можно отсюда посчитать. Так, считаем с нижней планки. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11. И это чё, 33, и там еще 4 блока, да, 4. 4, 4, 4. Ну да, как я и говорил, в принципе. Только 37. Почему 37? Я же рассчитывал на 39. Или что-то я не про... Да, запутался уже совсем. С этой фермой. Там гадский эндермен. О, вещички. Меч не упал. О, отлично. Вот это вот чисто везение, я думаю. Не-не, все на месте. Задержка просто. Или на PlayStation обычно позже сообщение приходит. Чуть-чуть задержка больше на экране показывается. А в комп я вообще не смотрю, там очень мелко, блин. Пока присмотришься. Так, одеваем все это барахло. Ботинки сдохли. Считал. Да я не думаю, что они так быстро попадут, вещи. Ничего страшного. Нафармим новые. В принципе, железные вещи... 5 секунд. В принципе, небольшая задержка-то. Это ты считал с момента появления на экране у себя на компьютере, да? Или у меня просто надо как-то посчитать, не знаю. Ой. Так вот. Продолжаем о наших баранах, так называется. Ну я понял, 5 минут я успел. Но только тапки. Тапки разнеслись в щепки, наверное. А, ну вы вообще 5 секунд, это маленькая очень даже задержка. Это хорошо. На том же самом YouTube, я не знаю, иногда. Но в принципе я сейчас недавно поменял провайдера. Мне старый провайдер после последнего стрима мне не устроил. Качество связи было говно.
полная, и скорости, заявленной скорости, даже ближе к ней не было и нету. Вот сейчас новый провайдер, и, собственно, сколько ни проверял, скорость он свою выдает. Если, конечно, через кабель все это дело делать, а не через Wi-Fi, как я сделал в начале. Точно сохранится. Это очень великолепная идея. Нет, не туда. Сохранить игру, да. От сохранения выключить. Так, это, если мне память не изменяет, 39-я, да? А по-новому 37-я. В плане учил. У меня уже сейчас может быстро все будет. Из головы. Как хорошо вот после работы. Тишина очень. Поэтому в крае здесь тишина. И помните, люди интересовались, какие у меня наушники. Ну или микрофон. У меня гарнитура for players или как-то так, лицензированная Sony, ну вместе с консолями там в магазинах продаются. Ну стоит не совсем будет дорого, но и не дешево. Вот я сейчас разговариваю, эта гарнитура подключена у меня в джойстик, потому что вообще в джойстик подключается любая гарнитура. Ну, четырехпиновая, по-моему, да? И мне очень свезло, у меня в ноутбуке тоже комбинированный ход, и я пользуюсь той же самой гарнитурой. Это очень интересно. Интересно, удобно. Все, я уже путаться начинаю. Это когда называется «Заговорились вы, батенька». Так, ну сейчас 48 блоков доделаем этих. Я думаю, будем заканчивать стрим, поскольку у меня уже 10 часов вечера. Да, немного, но еще несколько дел надо сделать. Так, вот он чуть не упал, чуть не сорвался. Еще плюс, я хочу все-таки завтра выложить продолжение State of Decay. Это зомби-выживастик, кто не знает, это на моем канале прохождение. Зомби-выживастик не онлайн, но поверьте, очень хорошо сделан. Так. Значит, Серега, мы с тобой в одном часовом поясе. Почему она нажимается? Почему эта кнопка нажимается? Блин. Меня бомбит о нее. Это, блин, L3. Как она? Настиг. Фу. Повезло. Сохраниться. Надо сохраниться сразу. Ой. Да. Лесенка. Тихо-тихо-тихо. Вот присел. А, все, стоит. О! Да это великолепная идея, да. Повезло, да, согласен. А вот чё вот так вот на ступеньках? Майнкрафт, Майнкрафт. Так, морковки сожрать. Фу, это, что называется, пронесло. Да. Повезло, пронесло. Чуть дубль два, поход за вещами не случился. Так, значит, к следующей серии, либо на Ютубе, я не думаю, получится ли устроить стрим. Просто я могу быть в отъезде. Все-таки
У меня жена и ребенок на даче. Вот, а я пока на время работы я в городе, так скажу. Почему бы не постримить? Если я буду в городе, я в принципе могу и стрим устроить, если есть желание. И, конечно же, могу взять помощь людей. Помощи лишней не бывает никогда. Ой. Особенно в добыче ресурсов. Мне люди помогали. Так что, блин, вдвоем, конечно, быстрее, втроем. В группе ВК. Не помню. А почему подписался в группе? Подписался, извини, неправильно читаю. Сейчас я гляну обязательно. О, 48 подписчиков в группе. Всем спасибо, кто подписывается. Это огромная помощь. Да, и надо фейковые страницы поудалять. Ага. Вот. В группу хорошо подписываться, потому что там новость о стриме была самой первой. Я ее выложил в 6 часов утра. А видео я выложил вот именно когда проехал. Так, а где у меня лестница? Там лестница. Фу, вот сейчас точно повезло. Все. Это уже что-то значит. Ну, Майнкрафта. Не настоящее. Вот это вот повезло. Пол сердца осталось. Просто везунчик номер один. Фух. Пол сердечка. Везучий день, согласен. О, блин, сейчас я отойду. Не могу. О, это что-то с чем-то. Это покруче всяких хорроров, особенно когда строишь, уже все там, ну все. И бац. Ты все потерял. Фу. Тихо. Присесть не забудь. Надо восстановиться. Да. У меня просто слов нет. Фу. В принципе, осталось невысоко. Так, ну давай. Мне хватит высоты, чтобы на лесенку переместиться-то. Не хватит. Блин, я уже ссыкую просто. Фу, успел. Да и что ж эта кнопка? Она такая нежная стала за последнее время, которая на стик нажимается. L3. Но она чуть что нажимается. Просто бесить начинает. Те, кто смотрел мои старые видео. Вот. Чуть что я паникую, и выходит, я сильнее давлю на стик. Привет! Apple. Ладно, Apple. Привет! Как дела твои? Фу, выжил. Пережил. Присесть, не забыть присесть. Давай дружить, ты имел в виду. Добавляйся в PSN, давай дружить. Там где-то еще ссылка на канал. Подписывайся обязательно. На канале много чего интересного. И помимо Майнкрафта, на канал на Ютубе. Могу еще раз ссылку скинуть.
Надо, кстати, завести этого бота, как он, мобота, и научиться ему все-таки пользоваться. Да, скинуть ссылку, я так понял, да? Так, прыг. Оп. Оп. Отлично. Ну вот кто-то Серегу скопировал ссылку, только там. А, сразу на видео. Нет, Серег, ее видно только у меня на экране, а вот на компьютере ссылка удалена, потому что у меня там еще. Что за звуки-то? Это. Apple, я тебя попозже добавлю, хорошо? Я обязательно добавлю тебя. Так, сейчас я ссылку на канал скину. Ссылка удалена, потому что мне запрещено скидывать ссылки. Все просто. Ладно, ладно, ладно. Ладно, хорошо. Так. Когда пытаешься кучу вещей изложить, и мысли начинают путаться, особенно в конце рабочего дня. Так, мы не сбились со счета, это какая уже? Все так получится? О, не, я слепой, как крот, и, наверное, не получится. А работает ли карта в крае? Кто-нибудь пробовал? Ну, с 1 сентября купят в PlayStation. Это хорошо. А играть, конечно же, поиграем как-нибудь по договоренности. Ну, в смысле, не всегда время, либо у тебя, либо у меня бывает. Соберем народ. Я думаю, все-таки когда-нибудь я добьюсь своего и соберу всех. 8 человек, которые, возможно. Ну, я думаю, может, когда-нибудь маджонки-то добавят больше. Больше народу, чтобы было, я не знаю. Или что-нибудь, я не знаю. Сервак нормально сделать. Хочется забубенить свою деревню. Это хорошо. Хочется сделать деревню из игроков, то есть. У каждого свой дом, какие-то свои постройки. Все обговаривается. Там, ну, понимаете, да? Настоящий кооп. Так, вот, по-моему, всегда шутил. А, понял. Ну и если ты в онлайн там будешь, а то я помню, сколько раз договаривался с людьми. Все, да, будешь участвовать, буду. Там, ну, договорился, допустим, на 12 часов дня. И все. В сети только один человек, с которым договаривался. Ну, бывает, да. И давай. Юху! Можешь спрыгнуть? Как далеко спускается? Не-не-не, пусть сам поползет с лестницы. В ПК Майнкрафт? Всегда онлайн. Это как так? Ты всегда играешь, ты никуда не отходишь. Навязчивый такой вопрос. Совсем никуда не отходишь. ВК. Ну, ВК есть на канале, на Ютубе. Так. Значит, у меня кончились полублоки. Надо начать счет. Здесь три блока. Все правильно. Точнее, от какого считать? Раз, два, три. Да, три. Ой, 3, 4. От этого и поплывем.
Все-таки, наверное, правильно тогда посчитал. Так, это надо дальше отходить. Телефон в дело. Причем телефон? А, да, мой супер-пупер нано-калькулятор. Ну, надо друзей набирать. Тебе так не кажется? У меня тоже вообще ни одного друга не было, прикинь. У меня из друзей, вот именно чисто тот в городе, да, друзья мои, вот у... Во всяком случае, я знаю, что ни у кого нет консоли. И никто не играет там такие игры, какие я играю. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ой, уже не вижу нифига. 11, это я помню, 11, 12, 13, 14. Так, не агрится, не агрится. 14, да, было? 5, что ты делаешь? Нано-калькулятор не хочет нормально работать. Так. 42. 42. Плюс 4. 46. Значит, нам еще осталось 2 блока. 2 блока высоту. Так, кто добавляется в друзья? Серег, я тебя попозже добавлю. Apple. На канале на YouTube есть ссылка ВКонтакте. Ссылка и на группу, по-моему, там. Да, на группу, и я там, собственно, админ, непонятно. Или ты через консоль смотришь, Apple. Ну вот, начинается раздача ID. Так. На чем я остановился? 42, да. Плюс 4. 46. Так и запишем. 46. Главное не обсчитаться. А то придется очень мучиться. Собственно, эти два блока должны идти на кусты. Да, ссылку кидать нельзя. И я забыл сделать полублоки. А так нельзя. Стрим, до конца стрима еще осталось буквально немного, я думаю. Стрим уже подходит к концу. Мы с вами просто шикарно побеседовали, пообщались, узнали друг друга. Сейчас я ссылку на канал скину. Мы сегодня с вами сделали первую часть, основу для фермы эндерменов. Ну, почти сделали. Нет, Серега, это еще не конец, это начало. Так скажу. Начало огромной постройки. Мы еще только начали, в принципе, строить, и на канале будет продолжение. Посмотрим. Если я буду в городе, то я сделаю, скорее всего, тоже стрим. О, видели? Они сами уже падают. Он, сука, сдох. Я понял, что этого стрима. Какого хрена он сам сдох? Я, значит, с высотой переборщил. Конечно, если Twitch не начнет гнуть пальцы, то я обязательно запись стрима обе сегодняшней части, потому что первая часть, она как бы вышла некачественная, потому что я забыл воткнуть интернет-кабель в PlayStation и начал стримить через Wi-Fi. Но я потом перезапустил стрим. Я выкину обе части на YouTube, выложу.
Так, теперь разбираемся. Эндермен, гад такой, упал. Помер. Значит, не 48 блоков. Он упал и сдох, гад. Графику бы получше. Можно поставить набор текстур. Реалистичные будет получше, но мне не нравится то, что, допустим, в игре мне часто здесь попадаются невидимые пауки. У них горят глазки. Я их вижу только по глазкам. А если они... А вот, короче, с текстурами, с текстур-паком, у пауков не горят глаза. Почему-то, я не знаю, ну, не светится. И, собственно, я этого гадского паука не увижу. Просто. Блин, вот с расчетом, конечно же, я облажался. Я пороюсь, обязуюсь порыться на Википедиях, в туториалах. Какая же, блин, высота? У нас же сейчас с вами высота только 46. Может, все-таки... А, надо 42. Браконовый текст урпок. Браковый. Так. А, ну, я понял. Я понял, что ты имел в виду. Все, до меня доперло. Так что вот, надо глянуть все поточнее, потому что если что, слишком много придется переделывать. Так что вот так вот, друзья. В плане чё за х, лучше, конечно, не материться. Я вот стараюсь не материться. Кроме когда бомбит. Вот это вот чё за фигня? Это ферма эндерменов. Будущее. Это начало ее постройки. Здесь будут фармиться вот эндерперлы. Или, как по-русски говоря, жемчужины. И опыт от эндерменов, собственно. Так что порой все найду, все запишу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я чуть не упал вниз. Так вот, запишу все. И мы продолжим с вами обязательно либо на стриме, либо на видео на канале на Ютубе. Обязательно продолжим эту чудо-большую постройку. Не сказал бы, что она легкая, это одна из самых сложных построек. Ну, конечно же, есть еще ферма ведьм, но на консольной версии, я думаю, ее реализовать сложно. Ну, хотя мир позволяет, он довольно-таки огромный. Но вот проблемы с загрузкой чанков. О! Наверху стоит самоубийца! Эй! Не надо на меня агриться. Я сейчас убегу. Убегу. Так вот. Жемчуг прямо в портал. Да я проще до него добегу, а жемчуг сберегу. Это, знаете, такая личность. Собирательство. Я не доброшу, я не баскетболист. Проще дойти. Но, согласитесь, это отсюда уже смотрится внушительно. Это при том, что она еще не доделана. Мне главное, вот это она будет где-то до конца. Я постараюсь сделать ее на как намного больше и эффективнее. Или как можно эффективнее. Во, правильно выразился. И снова прошел Майнкрафт. Так. Вот я, собственно, и дома. Кто не видел, кто в первый раз, у нас сегодня, подписывайтесь на канал Ютуба, на канал Твича. Я стримлю на Твиче с консоли. А на Ютубе с компьютера, и видео там также с консоли выходит. Так вот, для тех, кто в первый раз у меня, сделаю небольшую экскурсию.
Я смотрю, у меня сегодня много народу, новых людей, и это хорошо. Это просто замечательно, когда много новых людей. И я закончу стрим, я добавлю. Apple, не переживай. Так вот, как бы начать? С чего началась сама игра? Это с постройки дома. Вот я его построил. По-моему, за две серии на тот момент я именно выкладывал 15-минутные ролики. И вот этот дом, он не изменился практически ничем, кроме вот оформлением небольшим. Такой вот обычный, буквально обычный дом. И вход в подвал. Здесь у меня коник стоит. Конь. Здесь постамент для яйца, которого я не нашел. Где-то оно в крае, либо его больше не будет. И в конце сезона, когда будут выполнены все ачивменты, я зайду скорее только в первый раз зайду с креатива в этот мир. И, собственно, воткну сюда яйцо. И, конечно, селфи с подписчиками на фоне. Хочу. Так, да. Это ферма. Полуавтоматическая ферма пшеницы и моркови. Она работает автоматически. Мы нажимаем рычаг, водичка скидывает все наши... Весь наш урожай, просто потом вручную сажаем. Все просто. Автоматическая ферма курицы, которая хреново работает в версии для консолей, вообще для консолей, потому что на ней ограничение, очень большое ограничение с количеством мобов. Вот это ферма золотая. Да, кстати, тоже интересно, может ли вот приручить, навряд ли может. И сейчас считерит его. В смысле, дракона нового. Да это будет просто замечательно. Еще раз просто долбанем к дракону, и все. Так вот, ферма золота в верхнем мире. Принцип работы. Куча порталов. Работает она, в принципе, и сейчас неплохо, но свинки падают слабоватенько. Чтобы ее улучшить, достаточно добавлять еще ярусы с порталами. Вот так, такая вот фигня. Я сделал здесь простенький механизм. Свинозомби дохнут. Ну, сейчас пока они сдохнут. Вот, они сдохли. Все, весь лут собирается в воронке, в сундук. Вот, собственно, смотрите. Я ни разу отсюда золото не вытаскивал. И, в принципе, почти здесь не стоял. Вот сейчас вот опять падают свинки. Но чтобы улучшить ее производительность, падание свиней, то надо еще ярус сделать. Можно потом еще ярус сделать. И, конечно же, оградить это все дело стеклышком, иначе они падают за борт. Здесь у меня просто загончики, овцы, коровки. В свое время у дома была загон с коровами, но их визг достал меня просто дико. Это ферма железа. Неудавшийся. Я не использовал креатив на этой карте. Я только недавно говорил, то, что я в конце всего сезона зайду, чтобы поставить яйцо. Спасибо, Серег. Все делал на выживание. Смысл тогда играть в выживание, если заходить с креатива? Вот это вот я не вижу смысла. Так вот, ферма железа, ее надо дорабатывать, она работает неправильно. У меня есть пару исправлений, пару выдумок. Будет ли она работать, это мы узнаем в ближайшем будущем. Я ее отнесу к мелочи. То бишь, доработка будет потом. Пока здесь вот 59 золота. Она работает через пень-колоду. Хоть и туториал по ней есть у меня на канале. Выживание без креатива. Легко можно выжить, выдержать. Все что угодно можно строить. Так. Продолжаем экскурсию. Что у меня тут творится? Вот это вот здание. Это склад. Причем склад автоматический.
В нем стоит механизм автоматической сортировки. На данный момент здесь сортируется кобблстоун, земля, гравий и редстоун, приходящие по транспортеру. Я еще сделал к нему транспортер. Заглянем в механизм. В принципе, туториал есть, но я просто так одним глазком. Кстати, что-то подлагивает. И заметное снижение FPS заметил. Вот такой вот механизм. Нужен склад не дешевый из воронок. И хочу заметить, здесь обязательно над сундуком ничего не должно быть, чтобы сундук открывался, иначе он не будет функционировать и передавать вещи. Это была одна из моих ошибок, которую я повторяю, чтобы люди не делали ее. Можно поставить ступеньку, главное, чтобы он открывался, этот чертов сундук. Так, но склад не дешевый, сразу подъезжаю. Вот принцип сортировки такой, что компаратор считывает. Здесь вот 18 плюс 4, у нас 22, да? Чтобы здесь было именно 18 любого предмета, который мы хотим сортировать. И 4 занятых, просто свободные ячейки. Здесь факел включает и выключает воронку, которая отправляет все это дело в сундук, а компаратор определяет, если идет ли вся эта фигня, и, ну, короче, цепь по кругу и так далее. Все это функционирует вполне нормально и быстро, главное. Вот, конечно же, транспортер. Это вещь очень длинная, нудная. Туториал также есть на канале. И как здесь проходила стройка, здесь транспортер поднимается вверх, и да, он столько места занял. Сейчас дальше покажу. Стеклышко я специально здесь оставил, чтобы было видно принцип механизма. Здесь просто передается через выбрасыватель. Не раздатчик, а выбрасыватель. Он может передавать предметы в сундук. Или в другой выбрасыватель. Вот он спускается вниз, и я его сделал винтовым. Можно, конечно, там как-то ступенчик. Привет, Макс! Мы уже, в принципе, заканчиваем. Я делаю небольшую экскурсию по своему участку. Так что вот, здесь у меня так, огород тростника. Генератор обсидиана. Для него обязательно нужно энное количество редстоуна. Без него, без редстоуна не будет работать. Мы кладем редстоун, спускаем лаву, и получается обсидиан. Макс, подписывайся на канал на Ютубе. Там очень много интересного по механизмам и прочие туториалы. Так, идем в шахту. Шахта — самое такое загадочное место. Сейчас... В принципе, я в ней мало нуждаюсь, в шахте, но для добычи этого каблы она мне по-прежнему нужна и для добычи алмазов. Значит, здесь у меня работает передача от автоматической вагонетки, да, у меня тоже есть видеотуториал. Скажи канал, сейчас я ссылочку тебе скину на канал. Канал называется Валёк Дарк Спенс. Да, Валёк Дарк Спенс. Я могу тебе ссылку скинуть, пожалуйста. Так, значит, здесь ездит вагонетка, которая автоматически загружается и разгружается. Все об этом есть на Ютубе, на канале. Не за что, Максим, тебе спасибо. Присоединяйтесь. Продолжение там будет... Жесть. Собственно, с автоматической станции разгрузки хоппер, ну или воронка, передает в сундук предметы. И, собственно, транспортер, когда мы его активируем, пишем. Задержка чаще всего на экране. Я просто в компьютер не смотрю. Там очень мелко написано. Я очкарик, я ни хрена не вижу. Так вот, сейчас будет очень неприятный звук, я продемонстрирую, как включается. Это, кстати, вот такая вот фигулина, моргалка, я ее называю. Она обязательно нужна, потому что она включает и выключает. Нам нужно постоянно включать и выключать выбрасыватели, чтобы они передавали. Собственно, нажимаем. Там что-то по ходу дела было, поэтому звук исчез. Так вот,
Включается, выключается, все передается на склад. Склад сортирует, все замечательно. И вот такой, кстати, выключатель. Здесь железная дорога до конца моей шахты. Здесь все изрыто. Все как положено, через два блока. Стараюсь я держать дистанцию. И высоту, конечно же. Вот, все изрыто. Поэтому я хотел сделать еще один транспортер, но... Спасибо. Но консоль не потянула. Это я дотянул сюда, до конца своей шахты, еще один транспортер. Консоль не потянула. Были дикие лаги, перестала работать. Сундуки перестали открываться. Там морковь не жралась. Он ее ел, а она не елась. Короче, вот так вот как-то. И вот пока я вот досюда. Это нужно все для того, чтобы постоянно тысячу раз не бегать до транспортера. Вот. И станция автоматической загрузки и разгрузки очень сильно помогает. Вот смотрите. Продемонстрирую. Стак булыжника. А вот она сейчас работает, там все передается. А. Да, вагонетку. Мы складываем в этот булыжник. Здесь что? А, здесь вагонетки я собирался складывать. Складываем в этот сундук нашу лабудень. То есть булыжники, там все прочие предметы, которые я сортирую, допустим, да? Можно, конечно же, отдельный сундук на складе сделать, чтобы он... Вот вагонетка уехала, она все с сундука забрала и тут же уезжает. Эх, надо было ей вагонетку взять. Сейчас быстренько добрыли. И она потом на станцию разгрузки выгружает все в общий сундук на транспортер, который надо будет включить. Через транспортер идет на склад. Склад сортирует в нужный сундук. Все. Механизм, в принципе, ну не сложный, если разобраться. Все туториалы есть на канале. Оп! Она только разгрузилась и сразу уезжает на место загрузки. Вот эта вот схема не моя, так что видео я там сразу честно признаюсь. Но с хорошей схемы, автору респект, просто молодец. И вот у нас выбрасывают... А, у нас есть предметы. Вот, предметы все есть, просто мы нажимаем рычажок. Смотрим. И все, они отправляются. Сюда. Когда выбрасыватель полностью забит, он быстрее передает, нежели непосредственно из сундука. Вот все предметы передаются, все замечательно. И пока воронку... Ой, воронка. Ту-ту-ту. Привет, Madness. Madness. Денис, наверное. Денис, до меня допитывал. Несколько туториалов. Поможет разобраться, и я стараюсь более-менее открыто объяснять, что к чему в своих туториалах по механизму. У меня есть именно рубрика «Туториал», где, допустим, та же самая вагонетка есть. Мэтт Денис, я понял. Привет, Мэтт Денис, я тебя буду просто Денисом называть, окей? Безумный Денис. Правильно, наверное, да? Вот. Я стараюсь более-менее открыто, и есть непосредственно в летсплеях постройки. Я их в ближайшем времени отделю и помещу в туториал. Именно будут туториал по транспортеру, по умному складу. Умный склад только в летсплее. В начале, там, в самом начале моего... похождение в этом тяжелом мире Майнкрафта. Так что вот. Как обстоят дела у меня с английским? Ну, канал называется Валек Дарк Спенс. Видеокарта в компьютере. Эйпл, тебя зовут Даня. Приятно познакомиться. Меня Валек.
Ссылка не даст скинуться. Я сейчас ссылку скину. Пожалуйста, ссылка на канал. А я механизм не выключил, да? Получается. Что-то шумит. Спасибо, Серега. Вот видите, ресурсы кончились, выбрасыватель, и он начинает дико шуметь. Единственный минус этого механизма — это шум. Включение-выключение. Их там много, и получается очень громко, очень. Я не придумал еще лифт сюда, поэтому подниматься приходится долго. Так что вот такая вот экскурсия. Я думаю, вроде все показал. Обязательно смотрите летсплей. Там в начале, конечно же, начало всех начал. С голосом я Майнкрафт первым начал проходить. Так у меня самые первые видео чисто музыкальные были. Так что так вот. А, здесь железнодорожная станция и железная дорога. Стрим снимаешь. Стримлю и снимаю. А, лодочный лифт. Я знаю такой. Мне интереснее, знаешь, было, Серега, сделать поршневой лифт. Так, а где вагонетка? Кто спер мою вагонетку? Короче, это железная дорога до ближайшей деревни. Она очень далеко. Прям за картой, вот за первой картой, прям очень далеко. За горизонтом. И построек все есть, все это есть на канале. Вот так вот выглядит. Когда-нибудь мы с вами пофоткаемся. С первого рядка. Тут же Мэтт Денис. Безумный. Так что вот так вот, друзья. Вот такой вот у меня пейзажик. Довольно-таки такое романтичное место. А, кстати, вон там. Мне 26. Вон там вот. Вот где ближайшее вот за деревцем светится. Там ферма опыта. Ферма скелетов непосредственно. Там луки, одежда скелетонская, блин. Сейчас мы туда сходим и будем заканчивать. Все-таки экскурсия уже сильно задлилась, и все, вы можете посмотреть, как строится, как я строил, как матерился, не матерился, как мучился. Кому интересно, можете глянуть, конечно же, на канале. Так, о, вот это вот последнее. Да. Ферма опыта написано. Так, здесь просто она никак не оформлена. Здесь ступенечки, все по-простенькому. Сундуков там уже не хватает. А. Просто-напросто. Ну, знаешь, по-английски я аж так, знаешь, средний. Как говорится, нахер послать смогу. Ну, я так обычно с детства говорю. Нахер спаслать по-английски смогу. Привет, Алекс Никон. Алекс. Буду тебя просто Алекс называть. Ок. Алекс, привет. Значит, там спаунер. С помощью воды скелеты спаунятся. А я захочу заметить, они спаунятся только когда мы рядом. То есть на поверхность смысла нет их выгружать. И с помощью нехитрой системы водичек и табличек они поднимаются на определенное количество блоков и падают вниз, после чего нам остается сделать удар. Ну, я не скажу, чтобы я сильно разбирался. Есть много туториалов, они помогут разобраться. Если ты, допустим, начнешь строить, ты уже сам начнешь более-менее разбираться и все больше и больше и больше. То есть плохо. В смысле, английского, да? То есть не. А, или ты про механизмы? А, про английский другой человек. Прошу прощения. На компьютере все лучше видно. Пока, Серега. Так что вот так вот, друзья. Вот была небольшая экскурсия для новичков. Сейчас еще раз для новеньких, для вновь поступивших. Скину ссылку на канал на YouTube. Пожалуйста.
Подписывайтесь, там туториалы, интересные видео, прохождение других игр. Вступайте же в паблик ВКонтакте, который там, ссылка есть на канале на Ютубе. И подписывайтесь на мой Twitch канал. Мы еще с вами не прощаемся. Ну, в ближайшем будущем. Серия заканчивается, стрим заканчивается. Увидимся с вами на следующем стриме. Это ссылка на мой канал на YouTube. Да. Если кто с консольки, канал называется Валёк Дарк Спенс. Просто и со вкусом, с пробелом. Сейчас я напишу. Валёк. Вот так вот. Так что добавляйтесь все в PSN, все новые добавляйтесь. У вас будет оповещение о ближайших стримах, будет очень интересно. И мы продолжим строить на следующем стриме или видео. Я еще не обещаю, что будет стрим. Продолжим строить ферму эндерменов. Так что всем, друзья, спасибо за столь хорошее общение, за интересные вопросы. И, конечно же, за просмотр. Ставьте пальцы вверх, сердечки. Ну и всем пока. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал YouTube, Twitch и паблик ВКонтакте. Счастливо всем, до встречи.